Меня зовут Олег, мне 33 года. Знаменитостей я встречал несколько раз. Леонида Якубовича я встречал на заправке. Мне было 12 лет. Я работал на автозаправочной станции. Там же встретил Ксению Собчак. Кстати, Николая Расторгуева еще. Историю могу вспомнить с Ксенией Собчак. Ее сразу не узнал. Она приехала на дорогой машине. И она оставила хорошие чаевые. И очень приятное тогда по общению показалось. Это Сергей Лазарев. Я работал здесь, в Европейском, в кафе. Вот он также пришел, сделал заказ. Он какой-то был не в настроении, что-то ему там не понравилось. Он немного психовал. Меня зовут Лаура, мне 19 лет. Помню, года 3 назад я праздновала свой день рождения с подружками в Москве. И мы просто гуляли, что-то задумались, идем. И я поворачиваю голову внезапно и вижу, как из бара выходит Дима Билан. Не стала фоткаться с ним, потому что подумала, что человек отдыхает и не стоит его тревожить. Еще я 2 года назад занималась журналистикой. Первые, кого я увидела, были братья Запашные. Должна сказать, что они очень высокие. Они оба по 2 метра. Я встречала Максима Аверина, тоже был закрытый показ, только для журналистов. Максим тоже очень высокий, и он очень эрудированный, его было интересно слушать. Меня зовут Владимир, 33 года. Встретил, ну не знаю, можно ли назвать знаменитостью, Маслякова, который ведущий КВН. Мы стояли с другом, смотрю, издалека идет человек, похожий на Маслякова. Я не мог вспомнить, как его зовут. Он говорит: ой, это Масляков. Я говорю: точно. И он переходит дорогу к нам. Ничего не нашел сказать, как здрасте. Он говорит: привет. И прошу дальше. Меня зовут Ольга. Когда я еще училась в школе, мы с классом отправились в галерею знаменитого московского портретиста Шилова. Нам очень понравилось, были восхитительные его работы. И выходя, мы увидели, что сам художник заходит в эту галерею. И, естественно, все стали перешептываться, что вот, это же этот художник. Я сообразила, я быстренько подбежала, купила маленький такой календарик с его открыткой, подошла к нему, попросила автограф, он написал мне пожелание, тоже спросил, как меня зовут, и подписал, он у меня хранится до сих пор. Меня зовут Влад, мне 18. Есть история одна, года 3 назад, наверное, когда еще ребенком увлекался журналистикой, увлекался передачами всеми. И побывал в Останкинском центре на Урганте. На фейс-контроле вижу, справа от меня какой-то человек проходит, такой в костюмчике серьезный, и дает охраннику машину припарковать. Думаю, кто это? А потом вспоминаю, что есть такой блогер футбольный, на футбольную тематику, Евгений Красава. И вот это был он, и он был в перебивке вначале. Меня зовут Елена. Долгое время я работала в банке Москвы. Конечно, мы находились в центре, в Садово-Триумфальное, потому что там я и встречала всех этих знаменитостей. Их было немного, но мы их все знаем. Татьяна Васильева, Ильин приходят за обычными совершенно просьбами, культурные, скромные. Также вспоминаю, что был такой певец Влад Топалов. Но он как-то был такой более, такой вот он весь, так скажем, крутой, звезда. И все они обслуживались в нашем банке Москвы, в Садово-Триумфальной улице. Не грубили, не хамили, приятные люди.